Добрый день, уважаемый абитуриент! Позвольте вам представить краткую консультацию по сдаче вступительных испытаний по дисциплине «Процессы и аппараты». Испытания включают в себя 4 раздела. Общие вопросы прикладной гидромеханики, тепловые процессы, массообменные процессы и механические процессы. Испытания будут проводиться в виде тестирования. В тесте могут встретиться вопросы по всем 4 вышеназванным темам. В целом, сдавая вступительные испытания по процессам и аппаратам, вы должны показать знания классификации процессов, особенности реализации основных процессов химической или пищевой технологии. Также нужно разбираться в типах и принципе действия машин и аппаратов, реализующих данный процесс. Необходимо знать основные законы и закономерности. В разделе общих вопросов прикладной гидромеханики нужно показать знания законов гидравлики, процессов, связанных с транспортировкой жидкостей, созданием и разделением неоднородных систем, иметь представление об оборудовании, реализующем гидромеханические процессы. Насосы, отстойники, фильтры, мешалки различного типа. В разделе, связанном с тепловыми процессами, требуется показать знания основного закона теплопередачи, способов передачи теплоты и законов, описывающих их механизмы. Могут встретиться вопросы про нагревание, охлаждение, испарение, конденсацию, выпаривание, а также про оборудование, где эти процессы реализуются. В разделе массообменных процессов нужно показать знание основного закона массопередачи, знать способы массопередачи и их математическое описание, а также необходимо знать оборудование, реализующее эту группу процессов – сушилки, ректификационные, насадочные, колонны и прочее. В разделе, посвященном механическим процессам, необходимо показать знания основных законов измельчения, способов измельчения и оборудования, где они осуществляются. Также необходимо знать основы классификации зерновых материалов, оборудование, которое реализует данный процесс. Необходимо показать знания процессов прессования и разбираться в оборудовании, применяемом для формования, окатывания, экструдирования и прочих механических процессов. Для подготовки к вступительным испытаниям вам могут помочь следующие литературные источники. «Процессы и аппараты пищевых производств» автора Гнездиловой, издание 2018 или 2022 года. «Процессы и аппараты химической технологии», автор Сугак, Леонтьев, Туркин, учебник 2005 года. «Процессы и аппараты», авторов Баранова и Кутепова, 2004 года. И, конечно, вам помогут любые методические материалы, которые вы найдете в библиотеке или на просторах интернета. Например, учебник Лекая «Процессы и аппараты химической промышленности». Желаю вам успешной сдачи вступительных испытаний. Спасибо за внимание. И ждем вас на нашем факультете прикладной биотехнологии и инженерии. Спасибо.